Цветочных дел мастерам зеленый свет. В городе реализуется программа «Цветущая Самара». С каждым годом газонов и клумб становится все больше. В этом году яркие и ароматные площади увеличатся на треть. Каждому, кто поддержит почин, власти готовы помочь. К примеру, в этом году впервые в администрации Октябрьского района принято решение выдавать материал флористам-любителям. В этом году администрация Октябрьского района заключила контракт на покупку 17 видов цветов. Это несколько видов бархатцев, несколько видов петуний, агератум, сальвия. Полный перечень цветов, которые возможно предоставить администрация, они находятся в администрации района. Любой житель может позвонить, спросить, какие цветы администрация района может выделить. Всего 17 видов цветов. Цветочное царство в отдельно взятом дворе. Вера Родионова начала создавать его, как только переехала в этот дом, более 10 лет назад. Тогда во дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе. Но хотелось чего-то более стильного и изысканного. Такого, что удивило бы всех – и жителей дома, и прохожих. В основном многолетники. Сажаю многолетники, потому что с ними проще в уходе. Они не требуют таких трудозатрат. И очень благодарные цветы – пионы, ирисы. Бадан, гейхера, вот туи у нас есть, рябинник просто красиво в городе, красиво около своего подъезда. Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд. То есть каждому, кто выращивает цветы в своем дворе, самое время обращаться за поддержкой. Наталья Малярчук не менее часа в день посвящает цветам. Хотя признается, что эта клумба создавалась всем миром. Многие жители помогали рассадой. Кто-то соседей по даче привозил, кто-то помог с семенами. Цветы радуют глаз, то есть это как праздник, ассоциируется с праздником. Красиво, люди не так мусорят. Здесь дети у нас гуляют с колясками мамы, останавливаются, смотрят, цветочки нюхают. То есть для души, для радости. В районах идет совместная работа с предпринимателями. Владельцы кафе, магазинов, парикмахерских обустраивают входные группы, украшают цветами крыльцо, двери, балконы. Это и потенциальных клиентов привлекает, и глаз радует. Но мэр Самары напоминает, посадить цветы мало, надо за ними и ухаживать. Были такие факты, когда предприниматели высаживают цветы, но ухода не обеспечивают. И кое-где эти вазы, они превращались и в пепельницы, по большому счету, да, и цветы там засыхали. Поэтому здесь нужно вести работу и подсказывать предпринимателям о необходимости поддержания благоприятного, такого благопристойного вида. Цветочная работа идет во всех уголках города. Главы районов рассказывают на общегородском совещании, где и в каких количествах расцветут самарские улицы. Зиму посадили тюльпаны, соответственно, тюльпаны зашли. Очень хорошая порода. Сейчас тюльпаны поменяли уже на летники, полностью на всей территории. А задача на будущее, чтобы весь город стал цветущим, и в каждом дворе были свои мастера, садовники, способные создавать красоту, которая, по слову известного классика, спасет мир. Но пока цветы отвлекают от мрачных мыслей, кое-кто не дремлет. Сквер Высоцкого оцеплен, в воздухе раздается обманчиво приятный аромат сирени. Распыляемый препарат безвреден для человека и животных, но губителен для клещей, комаров и других вредителей. Применяется препарат репеллент третьего поколения, который воздействует как на клещей, так и на ползающих и летающих насекомых. Причем как на взрослых особей имаго, так и на их личинок. Максимальная активность препарата наблюдается в первые сутки после обработки. И высокое действие сохраняет в течение 4 недель. В атаку на маленького, но вовсе не безобидного противника вышли истребители. Их не видно, но они есть. В этом году от укусов клещей пострадало более 700 человек в Самарском регионе. Причем встретить этих паразитов можно не только где-то в лесу или в лугах, но и в городских скверах и парках. Предварительно в городе провели первый этап борьбы с клещами. Убрали прошлогоднюю листву и ветки, где обычно зимуют паразиты. Теперь проводят этап уничтожения. В этом году препаратом от клещей обработают 144 городских объекта. Из них 130 скверов и 14 транспортных развязок. В настоящее время 85% от запланированного объема работ выполнили. Несмотря на это, специалисты советуют жителям не пренебрегать мерами защиты.
Погода пока не балует, но пляжный сезон не за горами. И город уже к нему подготовился. Этим летом жители смогут отдыхать на 8 городских пляжах. В том числе у загородного парка, Барбошиной поляны, на спуске Советской армии и на Красной Глинке. Работать не будет лишь пляж Уладьи. Там идет реконструкция набережной. Доставка песка – первый этап подготовки к купальному сезону. После этого на Волжском побережье появятся зонтики, раздевалки и биотуалеты. Уборка пляжей будет осуществляться также ежедневно, не менее 2 раз в день. В случае, если будет установлена жаркая, теплая погода и количество отдыхающих будет большое, то, соответственно, кратность уборки также будет увеличена. И, соответственно, пропорционально увеличению количества отдыхающих будут вставляться дополнительные биотуалеты на пляжах. Словно железную пасть открывает свои створки специальный кран, чтобы выгрузить песок на берег Волги. Песок сюда везут из Ширяевского карьера. Когда новым песком засыпят все городские пляжи, его возьмут на экспертизу, чтобы проверить, соответствует ли он правилам безопасности. В первую очередь уже отгружено, там выгружено 3,5 тысячи тонн. На данную очередь запланируется 200 тысяч тонн отгрузить. Думаю, что к завтрашнему дню уже на загородный парк перейдет плавкран. Дальше будет происходить планировка песка бульдозерами, погрузчиками. Начнем с первой очереди, далее пойдет по второй и так вверх по течению реки Волги. При подготовке пляжей особое внимание – безопасности. В разгар сезона в городе оборудуют 12 спасательных постов. 3 из них – мобильные. Ежедневно прийти на помощь будут готовы около 50 спасателей. Молодые ребята, спортсмены, которые не имеют непосредственного отношения к спасению людей, пловцы – значит, перед началом работы спасательных постов у всех у них принимаются зачеты в бассейне. Значит, мы смотрим, насколько молодежь готова к спасению людей. Вот, после этого они допускаются к несению службы. Открыть пляжный сезон в городе планируют 15 июня. На побережье Волги также появятся специально оборудованные места отдыха для детей и маломобильных граждан. А вот школьникам не до отдыха. Они вступили в отряд пожирателей рекламы. Акция стартовала весной и присоединилось к ней почти 150 учебных заведений. В городской думе наградили лучших волонтеров и самые активные школы. Самое главное не в том, сколько вы соберете незаконной рекламы, сколько вы соберете в килограммах, граммах, мешках. Если мы с вами один раз поучаствовали в этой акции, наверное, не возникнет никогда желания сделать что-то незаконное, сделать что-то некорректное в городе. Ежегодная акция пожирателей незаконной рекламы в этот раз отличилась масштабом и сделана была как интересный квест. Ребята соревновались, кто больше соберет незаконных объявлений. В каждом задании была написана следующая, точка, куда мы дальше шли. Срывали объявления, очищали город от ненужной рекламы, которая развешена незаконно. 10 класс собрал 15 килограмм, а 8 класс собрал 8 килограмм. Специалисты уверяют, в Самаре стало меньше незаконной рекламы. Свою роль здесь сыграли и волонтеры, и отношение самих жителей к городу, который меняется к чемпионату мира. Подводят в городе и итоги генеральной уборки. Договоры об участии в общегородском месячнике по благоустройству подписали более 50 организаций. В числе награжденных коллектив телеканала «Самара ГИС». Редакция не только своевременно освещала все события, связанные с субботником, но и вместе со всеми убирала город. Без отрыва от телепроизводства сотрудники в полном составе вышли, чтобы привести в порядок двор на улице Чернореченской. Дорогие друзья, мы все самарцы, и нам от наших родителей, от наших бабушек, дедушек достался этот город. Со всей ее великой историей, с его невероятным своеобразием, с его, наверное, большими проблемами. По-моему, вот то, что происходит сейчас, это большой шанс оставить нашим потомкам этот город только с достижением истории и своеобразием и без всяких проблем. Спасибо всем большое. Всего месяц понадобился горожанам, чтобы привести Самару в порядок. Убрано 46 миллионов квадратных метров территории. Вывезли сотни тысяч тонн мусора. В общегородском субботнике приняли участие треть от всего населения города. И вот подведение итогов. Организациям, которые наиболее активно участвовали в уборке, вручены благодарственные письма главы города Олега Фурсова. Я очень благодарна вам за то, что вы откликнулись на призыв главы городского округа Самары на то, чтобы город привести в порядок. У нас обновляются фасады исторического центра Самары. У нас украшаются многие места, которые для людей действительно исторически сложились, и они стали абсолютно родными. В
В этом году мы подошли неординарно к тому, чтобы провести и обратиться ко всем людям, и поднять ту народную волну любви к городу Самары, чтобы практически не по приказу, а по зову сердца все вышли и привели наш город в чистоту и порядок. Но масштабные работы по благоустройству продолжаются. Жителям и гостям города следует отнестись с пониманием к разрытым улицам и перекрытым дорогам. Всего за год Самара может преобразиться до неузнаваемости, так, чтобы достойно встретить игры мирового футбольного первенства.